Добро пожаловать в наш космопорт. Убедительная просьба перевести ваши мобильные телефоны в авиарежим. Заранее благодарим. Приятного полета. Рейс «Марс-Земля» задерживается уже 6 лет. 13-летний Лешик все эти годы ждет, когда из космоса вернется отец. Его считают пропавшим без вести. Один билет до Марса – это яркая подача переживаний юных и взрослых сердец. Мама Лешика спустя время ожидания мужа решает – хочет расписаться с новым возлюбленным. Мы решили расписаться через 4 месяца. Папа. Ну что, папа Леша? Леша, ну что, папа, ну 6 лет прошло, ну сколько еще ждать? 10 лет, 20? Отцы и дети – вечная тема. Она прослеживается в этой постановке. Фантастической истории с реальным финалом. Таким авторы определили жанр. С точки зрения молодого артиста драмтеатра Дмитрия Чекризова, который исполнил роль Лешика, главный посыл постановки – важность общения детей и взрослых и принятия разных жизненных ситуаций. Есть у меня в тексте такие слова, что верить нужно до последнего, шанс он есть всегда. И этот мальчик, он верил, но вот до последнего, все-таки вот этот момент последнего, он все-таки когда-то приходит. Мы взрослеем, и какие-то вещи мы уже по-другому осознаем, что и произошло с персонажем в конце. В нашем театре не так много современных пьес, и поэтому поиграть в этом – это что-то новое для меня было, тем более я артист молодой. История создания этой постановки началась еще на Вампиловском фестивале. У его участницы Анны Морозовой было 5 дней на создание эскиза. Она выбрала пьесу Александра Тюжина, а затем с этим материалом прошла в финал. Это не первый опыт, но я бы сказала, что это один из первых удачных опытов, потому что часто за формы можно потерять содержание. В особенности, когда ты уходишь из бытового театра в игровой, вот в этот, здесь вроде удалось его сохранить при очень яркой форме, понять, про что и донести это до зрителя. Поэтому дебют. Дарья Андреева, Артур Ращупкин. Новости сейчас.